Список добровольцев, присоединившихся к всероссийской акции «Снежный десант», стало еще больше. Сегодня за лопаты взялись ученики Синьял-Покровской средней школы. Эти дети не боятся тяжелого труда. Несмотря на большое количество выпавших осадков, они добровольно помогают в уборке снега. В этом году акция «Снежный десант» приурочена к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. И ребята намерены очистить от снега памятник павшим воинам. Мы как бы кадет с 2017 года, и получается уже кадет 3 года. И каждые эти 3 года мы уходим чистить снег около памятников. Эта акция очень важна, так как мы помним героев наших, не забываем про них. Они следят за состоянием памятника не только зимой, очищая его от снега, но и летом. Ребята постоянно убирают сорняки, ухаживают за цветами, чтобы ансамбль сохранял первоначальный вид. Мы очень рады, что этот мемориальный комплекс воину-освободителю находится прямо рядом со школой и рядом с сельской администрацией, детский сад. И все, что способствует для того, чтобы патриотическое воспитание у нас шло в комплексе. Александр Соловьев, Бахтияр Велиев, Республика.